4 упражнения. Первое упражнение широкий приступ и с прыжком. Как можно? Поехали все вместе. Прыжок. Как можно шире и как можно выше. Каждое упражнение делается по 30 секунд. Каждый делает, старается в своем максимальном темпе. Если тяжело прыгать, можно просто поднимать ногу. То есть облегченный вариант. Но поскольку мы более спортивные, мы можем более выше прыгать. Следующее упражнение – бёрпи. Мы прыгаем наверх, приседаем, вперед, наверх. Приседаем, вперед, наверх. 30 секунд высокой, интенсивной прыжков, выпадов назад. Если тяжело, можно просто приставлять ноги и вставать. Более облегченный вариант. На каждое упражнение есть более облегченный вариант. Следующее упражнение – выпады с прыжками. Задняя нога 90 градусов. Сейчас вы уже чувствуете, как ваше сердце начинает сильнее и быстрее биться. Выше, ниже, выше, ниже. Либо просто мы можем делать выпады назад без прыжка. То есть как можно глубже 90 градусов. И делаем это без остановки. Потому что каждое упражнение всего 30 секунд. Последнее упражнение – бег с высоким подниманием. Фу! Колен. Как можно быстрее, только коснулись носочком пола и сразу подняли свою ножку. Помогаем при этом себе руками. И дышим, обязательно дышим. Вдыхаем носом и выдыхаем ртом. Бежим, бежим, бежим. Всего лишь 30 секунд. Фу. Отдыхаем. Это первые 4 упражнения. Вторые 4 упражнения. Тут будет 2 упражнения на отжимание. Первое отжимание. Отжались противоположным коленом, коснулись локтя. И то же самое другая сторона. Музыка должна быть очень интенсивная, приготовились. То есть вы каждый выбираете себе такую бодрящую утреннюю музыку. Поехали. Отжались, вдох, выдох. Вдох, выдох. Также, конечно же, и тут имеется облегченный вариант. Это на коленях. Отжались, подняли, касание. Отжались, подняли касание. Приготавливаемся уже к следующему упражнению. Это будут выпады с прыжком конькобежца. Встали и сразу помогаем руками конькобежца. Сзади нога идет назад, работает внутреннее бедро. Не забываем дышать, помогать. Кто может, может делать чуть интенсивнее. То есть каждый делает по меру своих возможностей и своей выносливости. Дышим, дышим. Следующее упражнение – это прыжки с высокими коленями. Стараемся максимальное количество раз. Кому тяжело прыгать, может просто приседать. Глубокие приседания. Попу всегда втягиваем в себя ягодичные. Либо прыгаем наверх. Можно с предпрыжкой. Еще чуть-чуть. И останутся последние последние отжимания. Отжимание, касание плеча. Отжимание, касание плеча. Не забывайте еще раз повторяю дышать. В высоких интенсивных тренировках это самое важное. Последние секунды. Тяжело, можно поставить колени. Это облегченный вариант. 3, 2, 1. Хорошо. Если вы повторите таких 2 круга, то интенсивность вашего тела, стройность вам обеспечена.